Так, на приеме. Залил только, залил, пью. Понятно. А ты в Сибири живешь, да? Ну да. Не знаю в Сибири, что же пьют-то. Я-то не в Сибири, я-то на югах живу. Даже не знаю, что там в Сибири-то. Основное пьют, прием. Да конечно, ага, на югах. Ну, на приеме. Не знаю. Серьезно? Да я даже не знаю, где эта Сибирь-то находится, прием. А, да, не знаешь. Так у нас вся страна Сибирь, блядь, на приеме. Да-да. Что там у вас? Погода? У нас что-то утром до 15 было, прием. Ну, у нас отпустило, а сейчас утром встал, 9 было, сейчас солнышко светит. А сейчас точно скажу. 5 градусов на приеме. Понятно. Не, у нас побольше будет. У нас и юг, у вас север, что, Сибирь. Там эти, как они, мамонты, по-моему, бродят, да, прием? Да, кокосы растут. Ты-то севернее намного меня, получается-то, но мы приезжие. Ну да. Ушла куда-то эта дробь в QRP. Не подходил больше, Александр, да, прям? Да нет, пока ягода-то не подходила, но... А это, он ничего себе, он у меня, да, вот сначала до 7 баллов я его, от 3 до 7, а потом он раз плюса, ну, последний уже, и раз плюса сразу, вот прохождение там какое, на приеме. Ага, да я слушал вас, то же самое. То громче, то тише. Ну, видишь, направление-то другое. Видно так. Хорошо. Ну, ладно, я так послушаю. Проконтролирую. Я точно, ну, до плюс 10 сейчас выходишь, вообще четко, блин. Ну, вот от 5 до плюс 10, вот так вот. Ну, меня тоже, наверное, качает там, на приеме. Нормально, я слышу, громко. У меня вот это, с стороны вот Красноярска, там вот, как-то не так, там попозже почему-то. Ты вот раньше включаешься, я тебя громко слышу, а вот которые Красноярск, там Николай, да, включается? Ну, его не слышу, то сразу бах, как будто что-то открывается, сразу 9 баллов на приеме. Ну да, видать, направление, оно как-то у тебя раз срабатывает. Да его каждый день, оно по-разному, блин. То вообще четко слышно, как я вот сегодня утром, видишь, включился, это у нас было в 9:40, реактор раз работал, Саша с Краснодарского края. И все, и четко он у меня до 8 баллов прямо хлоп только. В 9:40, представляешь, утра на приеме. Вот это вот, между прочим, ближнее прохождение началось оно где-то с осени, наверное, того года. А вот до этого, тут как бы ближнего практически не было прохождения. Ну, я так вот слышу, допустим, разговариваю, ну, там, в 34-м районе, с Уралом, да? А здесь не слышно было. А вот сейчас вот... Я не слышно, а я его слышал громко, он мне разговаривал там, по-моему, с нашими станциями, с кем он там,
такое дело. А принято, да? На время. Да, конечно, принято. Но видишь, а у меня он проходит так, что, где-то, знаешь, ближе, ну вот с 12 часов где-то я его начинаю слышать, а вот Холмс-то этот. А значит, первый у меня идет так, вчера во сколько я с ним сработал-то, ну тоже утром, этот, Забайкалье, Толян. Вот с ним сработали. Вот он у меня первый идет почему-то, хотя антенна тылом стоит к нему. Яга все-таки же направленная на приеме. А, я понял. Так, а у тебя сейчас мощность поменьше стала, потому что я вчера слышал, ты разговаривал, но я тебя уже перестал слышать. Перестал слышать. Сейчас у тебя этот, поменьше мощность. Да, сейчас где-то в районе 120 ватт где-то. Не знаю, я этот отключил, короче, он у меня режет сильно много, оказался. АТВ-шечка-то мой прям режет конкретно мощность. И я напрямую, короче, КСВ вывел, чтобы не больше было 1,1. И все, и напрямую шагаю. Так что сейчас пока мощность не знаю. Смотрю только, по сколько ампер жрет, и все на приеме. Ну я понял, но я смотрю, а то до этого я тебя слышал, понимаешь? Сколько там, которые там эти транзисторы, которые все, ты пугаешь под народ, вот, этими транзисторами. Ну вот я когда-то на них работал, да, на выходном этом каскаде, я тебя слышал, ну как слышал, вот у меня, допустим, помех нету, такой прозрачный эфир, да, и я вот слушаю так, ну прислушиваюсь, слышу, ты говоришь. Потихо-тихо там, да? Ну так, разбирается, если прислушаться. Но это на той мощности, на этой тебя нет, на время. Да, конечно, на этой не будет. Тогда я давал 400 ватт там. Ну, раз лупанул как-то киловатт, и смотрю, температура полезла, я сразу раз избавил. И в раскачку давал всего 2 ватта. Ну, вот тут 2 ватта, он 500-600 ватт где-то выдавал. Ну, короче, по СДР в этой... где кенгуру-то прыгает, кто он, блядь, в Австралии, до 8 баллов я проходил вот с ним, вот, а сейчас, конечно, что у меня тут сказать, ну, 140 ватт, где когда стрельнет, вот такая вот мощность на приеме. Я понял. Так получается, что ты ко мне боком стоишь, да, прием? А ты севернее, я как раз боком к тебе, вот ровно прям, она у меня сейчас на запад смотрит, ровно на запад, а к тебе, да, прям боком. Но все равно, смотри-ка, ну стреляет, все равно ты же меня слышал на приеме. Да-да-да, но я еще что хочу сказать, этот, который товарищ Сияшкина, Геннадий, он же тоже стоит, там сколько у него, 8 элементов. 200 или 300 там ватт включает, я его тоже начинаю слышать. Ну, он от меня тут 100 километров поближе. А когда он там на небольшой мощности, я его тоже не слышу. А когда включит такую, ну, посерьезнее мощности, я его начинаю слышать, вот такое дело. А хотя у него так, ну, примерно так же, как боком, у него туда, на запад, там ты на это направил. Так что, Евгений, у тебя еще все впереди. Ты должен попасть в 11 элементов сделать, прием. Не, мне трех за глаза хватает, но сейчас вот через недельку где-то ватт 500 будет у меня примерно, так, вот попробуем. Транзистор новый, короче, там пришел, придет, блин, я еще такой не видел, от 28 вольт работает. Ну посмотрим, 500-очку даст, так даст, не даст, так что теперь на приеме. Ну я понял, понял. 500-ку-то 500-ку, а это на блок питания у тебя есть? А он там трансформаторный уже встроенный. Вот, не знаю, сколько ампер, никто не знает. Выписал себе клещи, блин, эти, ну, новый прибор-то пошел. Тебе сейчас скидка там на Алиэкспресс 1400 выписал с клещами. Буду замерять, но на приеме. Понял, понял. Ну да, так, 28 вольт, это сколько же ампер-то надо? Ой, так, 50 ампер, это ампер, наверное. Так, так, тут 500. Ну, около 50, наверное, ампер 45 надо, прием.
Ну вот посмотрим. Ну транзистор, видишь, вот эти амплионовские, они, блядь, мало жрут-то вот по силу тока-то. Вот. Возможно, и где-то есть там, ну, может, тридцатка, я думаю. Ну, не больше, скорее всего, в этом блоке питания-то. Ну, посмотрим. Ну, не больше 30, это точно. Потому что этот мне килограмм выдал, он даже тридцатки не взял у меня. Где-то показал он у меня, сейчас тебе точно скажу, где-то 20, 22, 24, по-моему, ампера. Вот так. Ну, я сразу убавил на приеме. Я понял, Жень, понял. Ну, значит, КПД... Да я так, грубо подкидываю 50%, если КПД, то ток, потребление тока, Жень, умножаю, делю пополам. Ну, так, примерно. Ну, да. Ну, посмотришь, да. Видишь, у нас КПД, если КПД там 60% или больше, то, естественно, ток поменьше, а выходная мощность повыше будет.